It's delicious. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мок, Снеговик, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Сегодня у нас карта, где мы будем издеваться над NPC и над аниматрониками. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Давайте, кто не сыт, прыгайте в яму. Нажимай кнопку. Что это за моментальный аспект? Отжимай. Так, теперь, ребята, я беру пилпак и попробую замочить меня так. Давай. Пока происходит. О, кстати, это не так убивает быстро. Ой-ой-ой, смотрите, засасывают жопу. Все так, жопа жирная. Нет, все нормально. Ой-ой-ой-ой. Ребята, если вам понравится, не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. И все, что вы пишете в комментариях, мы эти идеи сделаем. Но эта идея была моя. И все остальные тоже. Шучу. Так. Ты еще сделан. Я не знаю, у меня 5000 жизней, и реально у меня осталось 100. Пока. Так, вот это, кстати, нормальная такая убивалка. Ну что, посмотри, какая следующая? Следующая у нас будет... Это что, голову пилять? Да. Да. А ну-ка, стоп, а как туда попасть? Только NPC пойдет туда. А, ну это давайте, вы можете его туда подставить кто-то? Пожалуйста. Хорошо, давайте сюда. Жопка горит. Это моментальная смерть. Просто моментальная. Давайте еще раз, давайте возьмем пилпак какой-нибудь. У этого нет, вот мало. Это не отсюда сделается. Ого, я подпрыгиваю. Ого, это огонь очень имбовый. Пацаны, по 1000 или где-то по 700 жизни снимают. Ого. Давай. Лупаш. Кто-то его... Не. Все, нажимай кнопку. Так, ребята, он катится. Включаем фонарик, внимательно наблюдаем. Прикольно. Ему как-то повезло, что ли? А, надо нажимать самому кнопки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже выход не успел. Офигеть. Тут что у нас? А, тут пресс. Сейчас. Давайте ждем. Нажимаем. Ой. Мне кажется, не выживет от этого момента. Ой, вот это вообще сила. Это реально издевательство какое-то. Он уже в огне почти. Так, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас остановим эту ленту. И я хочу, чтобы прихлопнули вы меня. Вот этой штукой. А ну давайте, нажимайте. Это так прозвучало. Это будет жесть. А чё я живой? Эй! Летаешь. Эй, что за говно? Оно мне наколки делает на спине. Колоколы бьет. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ну давай. Чика, прощай, ты была хорошей. Пока, орешек. Ой, ты что, ты еще взял и ускорил. Давайте попробуем аниматроника чикнуть. Давайте. Давай. Настоящего, давай. Спилпака, оригинального. Ой, знаете, сколько отнимает? Ну, довольно-таки ненормально. Это по 500. 500? Нет, это будет долго, реально, этим, наверное... Ой. А не, половину снесло, как попадешь. Давайте дальше. Ой, вот это вообще будет сила. Нажимай. Ой, меня же залагало. Так, не летай у меня в жопе. А ну дайте я встану. Давай. Вставай. Лупаш. Ого! У меня 600 жизней осталось всего. Еще раз. Так. Ой, жестко, пацаны. Маринетка оказалась очень такая прочная. Пресс не может даже до низу дойти. Ого. Давайте, посверли. А, сверлить вас? Дантист. Ой-ой-ой. А давайте еще раз. Ну, немножко прозевал. Нажимай. Прощай. Ой, прям в головешку. А если ты коснешься? Чика, ну давай. А, ничего. А, как это ничего? Мочит. Что ж вы после этого? Так, давайте я возьму аниматроника. Давайте этого большого. Поменьше. Давай, несы. Ого. Не, кстати, не так много дамажит. Хотя у него всего 5000. Много, ладно. Ну, пресс такой себе, слабенький. Хорошо, мы поняли. Так, это была, О, мясорубка. Тихо, Лупаш. Ну это практически та же самая. Ого, я ничего не нажимаю, он просто отлетает вверх. Это какая-то читерская штуковина, можно благодаря ей очень высоко прыгать. Так, да пацаны, осталось чуть-чуть. Уже давай, домолишь меня. Давай. Фигач. Да выкидывает меня с нее. Он вообще не так, хорошо.
Вот это что такое? А, удар, удар кулавалды. Ого. Давайте, чтобы я недалеко отлетал. А ну еще раз мне леща пропиши. Давай я ближе встану. Давай. Ого. Может там кнопка есть какая-то? Нет, туда никакой кнопки. А ну да. Ой-ой-ой. Осталось чуть-чуть жизни, совсем чуть-чуть. Лупаш. Давай, 430 жизни. Все, выносит. Наверное, давай пятихаточку. Эта штука прикольная. Так. Сюда вот. Давайте я. Ого, залезу. Это кувалда, просто гвоздь забивать. Давай. Ой, блин, это прикол. А ну два я встану, давайте я третьего лица включу. Ты хочешь сказать, да, что ой-ой-ой, сальтуха. Очень. Так, а это что такое, газовая камера? Да. Нет, это не газовая камера. Ой-ой-ой, а что со мной? А, это летающая камера. Ой-ой-ой, пацаны, это что-то, это какая-то читерская... Это аэротруба. Аэротруба? Она у меня полый потолок бьет. Мне вообще не нравится. Не, пацаны, меня так может стошнить, если еще три раза. Так, что здесь? Мама. Нажимай. А мы пока спускаемся вниз. На работу в пиццерии. Так, сейчас огонь добро будет. Нет, пацаны, это лучше. Добро пожаловать, пацаны, в выживание. Кто... Ах ты, секунд, вонючая, я буду сидеть. Камеру дальше сделаем. Ух ты. Ой, нормально, у меня пресс просто давит, и ничего не происходит. Ого, Димас, у тебя хп быстро сносит. А ты видишь, да? Прощай. Ага. Прощай. Минус. Отлично. Минус один. Так, пацаны, что у нас тут, а? А, хочешь прыгай? Там смерть! Ой. Кто ко мне? Летите. А, это колодец из фильма «Звонок». Я помню. Я проверил, по 1000 дамага сносится. У меня было 6. Да? Да, по 1000. Четко, знаете, это напоминает мне один уровень с Mortal Kombat, где скидываешь. А? Фаталити. Пацаны, тут столько всего, что хоть бы в одну серию мы успели. Так что, а что это такое? Это типа то же самое, что и то. Это типа пресса. А, это давилка. Давилка. Пресса, давилка. Нажимай. Вон там кнопка, там кнопка была. О, все, лупашит, лупашит. Пацаны, давайте кто-то один будет жать. Да. Так получается вот это слева нажимай один раз. Во, все. Да, все. Погнала, погнала. Прощай. А зачем вы эту штучку закрыли? Не знаю. Оно без нее не хочет опускаться. Не а не, уже хочет. Конечно, мы поломали механизм. Да, Фокси, давай, кто хочет из вас? Давайте обнулим карту. Я хочу. Давай, залазь, убирай этого челика оттуда. Забирайте его туда, оттуда. Погнали, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Твой меч тебя не спасет. Минус. Сила ситхов меня не уберет. А как ты так пролез туда наполовину? А меня зажало-то. Эй. Смотрите, в карту зажало. Что за баг? А, это миксер. Давай, прыгай. Да, миксер. Сейчас. Делаю микс из желе. Прикольно. Коктейль из аниматроников. Смотрите. Ой-ой-ой, доктор Брин пошел. Давайте. Так, хорошо, пацаны, давайте дальше. Надо все успеть показать. Это что такое? Лазер. Лупаш. Это лазер, да. Давай лучше. Ой, офигеть, это аннигиляторный лазер. Аннигиляторная пушка. Аннигиляторная пушка. Аниматроника фигачит? Давайте, нажимайте, я сейчас проверю. На себе. Окей. Нет, там прям капельку сносит. Так, вот это что такое? Так, нажимаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красиво из его малола. А ну-ка. Это что такое? А, это чисто напополам резать. Это вот надо вот это вот брать сюда. Нажимаем, отжимаем. Идите. А нажмите. Да нажимаем. Ну а я обнулю карту стопе, потому что реально очень много механизмов. Ложи. Отлично. Стойте, не трогайте. Что интересно будет сейчас происходить? Это не иллюзия, это настоящий. Да, ребята, это не фейк. Все по-настоящему в игре. Ой, его просто выкинуло отсюда. Ну-ка, мне даже интересно, сколько они... Так, здесь мы были, здесь мы были. Ребята, продвигаемся в самое интересное. Почему я начал спешить? Потому что хочу показать вот эту вот штуковину. Так, я буду сам, ребята, все делать. Не помогайте мне, просто наблюдайте. Давай. Потому что если будет движуха, будет... Ой, я сам себя холодильником убил.
Я же профессионал, вы не знали? О, можно человека выстрелить? А ну сиди, давай не будем ничего ложить. Так и сиди там. Давайте, я залезу. Так, ребята, интересно, что будет? Ой-ой-ой. А я выжил. Слушай, холодильник? Давай холодильник. Димас, давайте, пацаны, я жду. О, с холодильника вместе полетишь. Да, я полетел уже. Десантные войска тебя. Бум. Холодильник улетел, сколько у меня. А как прицелиться пушкой? Что ли нельзя? А, вот это нема. Димас. Так, подожди. А, у меня есть идея, можно вот, ты можешь взять аниматроника и залезть в пушку. Мы тебя выстрелим и все. Погнали, хорошая идея, я согласен. Так, подожди, надо только мне туда успеть как-то тпхнуться. О, есть, я в пушке, есть? Давайте, стреляйте. Сейчас бы, если она скрывалась бы. Ой. Знать? А что мне жизнь не отняло? А, ты помешал мне. Сок, уйди, сок. Стой, давай в самый упор, давай. Я вообще ничего не слышу. Давайте стреляйте. Ой-ой-ой. Я, кстати, у меня жизнь не отнялась не от выстрела, а то, что я в машину вот эту попал. Короче, в эти бочки мы попасть не можем, да? А это не бочки, это телепизрики стоят. И в них надо стрелять сюда. Хорошо, давайте мы сделаем так, чтобы было эпично. Сейчас. Давай. Уже? Ух ты. Может, не надо? 6 тысяч. Они умрут. Так, ну что, в этой карте, получается, мы все посмотрели. Высокое здание. Еще не все. Ой, еще сколько всего. Смотри, здание. Это можно, получается, скинуть с самого верха. Там еще машина есть. Давайте я буду падать. Прощайте. Ой, тут палки какие-то. Я должен в них был чип попадать и дамажиться. Так, не получилось. Это NPC работает. Это да, это только на NPC. Я полетел. Ого, посраки дало. Но жизни еще очень много. Я слышу, вы на лифте поднимаетесь. Машину еще надо. И вся нас расплющила. Так, ну что, ребята, мне кажется, вот это будет самое интересное. Обнуляю карту. Так, что у нас тут? Стоят NPC. Давайте я тоже встану, я несу. Давайте, кто не сыт, вставайте здесь на рельсах. Я готов. Эй, а что такое? А что? Твой труп мешает. Что за баги? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем снимать рубрику, какой аниматроник выдержит ядерный взрыв. Диппер будет нас взрывать, а мы с пацанами будем брать аниматроников. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, давай, ядерный взрыв, стреляй. Неа, да, убила всех троих. Это очень слабый пак, будем умирать, наверное, в этой серии очень много, так что приготовьтесь, будет очень много взрывов. Так, летим в эпицентр. Очень слабый взрыв. Так, давайте дальше продолжаем. Так, где он там пропал? Надеюсь, пацаны, у вас никого не будет вылетать на рабочий стол, и у меня тоже. Потому что как-то даже у меня FPS падает. О, я могу ползать. О, следующую рубрику, ребята, знаете, какую мы снимем? Какой аниматроник самый быстро ползает? Если вы хотите, ставьте плюсик, мы реально снимем. Мне кажется, будет прикольно. Так. Не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Я очень рад, когда вы все подписываетесь. Чем нас больше, тем больше хочется роликов снимать. Так, ну что, ядерный взрыв. Я второй раз уже не умер, был очень далеко. Так, осталось у нас не так уж и много. Уже следующий пак, да, я так понимаю? А нет, да. Так, есть, я вылез. Давай, мочи. А, не, подожди, стой, не мочи. Бенди еще не взял. Нормально, пойдет. Ну давай, ребята, вы напишите в комментариях, какой же выжил. Потому что, может, я все не запомню, но буду всех показывать. Стреляй, Абдулла. Бум. Нет, мы всегда умираем. Видно, бомбу пофиксили, и мы все умираем. Может, будут такие, кстати, аниматроники. А, я знаю, кто выживет. Это будет Эннард. Он очень жесткий. Тут уже ходит скелетосом. Расшатываемся. А, не, я уже вылез. А кто стрелять будет? А чё никто не стреляет? А, вот. Бенди, давай ты стреляй. Потом, может, я постреляю. Посмотрим, как будет. Так, Бенди ищет бомбу. Есть, взял. Мочи, я готов. Бум. Все умираем сразу. Это очень жестко. Все. Нет, не все. Кстати, за углом не валит. Как только выходишь.
Так, давайте будем продолжать. Надо всех показать успеть. Фокси. У всех по-разному жизни, у всех. Одинаково ни у кого нету. Ого, это взял, давай. Подожди, а где третий? Нифига себе, здесь сколько дыма. Давайте хоть отбежим. То ничего не видно, вот это гриб. Это еще не все. А ну давайте, жахайте. Одновременно сможете вдвоем? А нет. Успел взять, успел. Красота какая, мне очень нравится. Так, давайте возьмем дальше. Это этот расшатывается. Есть. Вылазит. Вообще ничего не видно. Давайте отойдем сюда еще. Все равно убивает. Сейчас мы скоро дойдем до пака, где они, наверное, не будут убивать. Или дайте его, наверное, сразу попробую взять аниматроника, которого не будут убивать. Мне кажется, что это будет... Сейчас есть у нас тут такой пак один. Нет, удалили его, наверное, с воркшопа, его нету теперь здесь. Сейчас мы еще здесь посмотрим. Во! Сколько у него... Нет, у него мало жизней. Очень мало. А ну с этого пака. Во, 50 тысяч. Отлично. Попробую выжить. Как-то я как-то хожу, как рахит какой-то. А чё меня в правую сторону клонит? Стреляй, я не боюсь. Нет, все равно убивает. И еще. Вот это мочит. Все, хорош, пацаны, не стреляйте. Все, прекращай бомба валить. Все нормально. Блин, у нас был Эннард еще. Во, смотрите, у меня 100 тысяч жизни. Я надеюсь, Бенди она не убьет. Стреляй. Да нет, все равно убивает. Нет такой бомбы, которая не убивает. И еще одна пошла. На всякий случай. Нормально. Все, пацаны, хорош, не стреляйте. Так, давайте немножко сюда отлетим. Там очень жестко. Вот, давайте попробуем с этих, с твистед аниматроников. У них тоже очень много жизни. Во, вообще нереально жизни сколько. Стреляй. Ну-ка. Нет, убивает все равно. Жесть. Сейчас полежим немножко и возродимся, чтоб не убивало. Не, не сильно уже убивает. Так, давайте с этого пака возьмем. 8500 по-любому умрет. У этих у всех одинаково, да? Ну давайте все равно, пусть жахнет. А ну давай так не прям в меня, а вот там, где уже был взрыв. Достанет так сдалека или нет? Музычка какая-то играет. Ну что, давай, жахай. Все равно убивает. Независимо от расстояния. Ты разошелся, я вижу, очень сильно. Нормально, пойдет. Так, сейчас, ребята, мы напоследок сделаем очень жесткий взрыв. Проверим радиус бомбы, сколько она выдержит. Так, давайте еще разных поставим. Я так сделаю, чтобы они не бегали. Потому что они будут бежать к центру всегда. Мы сделаем, чтобы был виден взрыв. Жужжат, прикольно. Давайте еще этих поставим. Пацаны, это будет очень сильно. Надеюсь, у нас ни у кого не вылетит. И у меня тоже. Потому что уже немножечко FPS просел. Нет, нормально еще. Еще можно. Так, давайте я буду стрелять. Потому что мне неохота очень жахнуть. Возьмите тоже аниматроников, проверим. Какие, которые мы еще не брали. Так, сейчас она зарядится. Блин, у меня аж FPS упал. Надеемся, все будет хорошо. Давайте мы отсюда выстрел сделаем. Так, так, так. Все, я стреляю. Хорошо пошла. Убила всех троих. Ничего себе. Так, давайте будем смотреть, кто остался в живых, а кто нет.
А, все, она уже до сюда не достает. Ага, очень странно. Сейчас я еще раз жахну. Так. Очень маленький радиус у бомбы. Так, сейчас мы отсюда жахнем. Пацаны, летит. Блин, сейчас заряжусь. Вот так вот. Четко прям туда стрельнул. Вообще всех мочит. Нифига себе, вот это жахнуло. Тут вообще никто не выжил. Давайте посмотрим сюда. Так, так, так. Тут еще живые есть. Сейчас мы здесь бомбу другую взорвем. Так. Пацаны, готовьтесь. Я тоже сейчас стану аниматроником и взорвусь. Так, оружие. Нерав NTT, HB-бомбс возьму сейчас. Так, 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 вот она. Вы готовы, пацаны? Давайте возьмем. Во. Все, я взрываю бомбу. А я не знаю, как ее взорвать аниматроником. Как это сделать? Сейчас, подождите, другого возьму. Может, какой-то аниматроник все-таки может ее взорвать? Сейчас. Давайте этого. Ого, оно валит на расстояние. Но бомбе нифига. Хорошо. Придется вручную взорвать. Чё, не взорвалась? Ну что, пацаны, всех убило? Это был мега взрыв. Вся карта в огне практически. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка Окрошка, Виктор Кошак, Стрелок, Абгай, Стаканчик, как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите какие-то интересные слова. Всем привет. Хай-хай. Всем привет, я говорю очень классные, интересные слова. Да, мне кажется, это очень крутые слова. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой монстр Хендерсона выдержит это?» Все знают эту карту, что она очень прикольная. Поехали. Что, Виктор Кошак сегодня будет нажимать у нас кнопки и пытаться меня замочить. Стоит у нас эталон, который убивает, когда у тебя 100 хп. Нажимайте. Трагняку. Пам. Готов. Да, видите, убивает сразу. Ого, я прыгаю высоко. Вперед иди. Сейчас, подождите, я могу летать. Нет, не могу летать. О! О, так, давай. Ну что, готов? Что? Просто отлетел. А почему? Так быстро. Подожди, у нас вот этот есть телепиздрик. Он намного должен быть живучий. Ну-ка. А ну-ка, сосиска, давай. А ну-ка, подожди, кабалабака. О, я могу прыгать пузом вверх. Сейчас. Что происходит? Я не могу летать. А ну, нажимай, может так убьешь, не? Нет. Сейчас. Управление просто на высшем левеле. Ну, мы профессионалы своего дела. Нажимай. Опа, да почему? Тебя... Раньше же, помнишь, такого не было? Я помню, это пофикшенная карта. Тебя прям в этот блин раскатал. О, кто знает Сиреноголового? У него вроде бы 500 000 жизни, да? А он влезет сюда? Да, не знаю. О, попробуй меня физганом приподнять и засунуть туда. Я не могу эту ступеньку пройти. Так. Стой, тяжелый кабан, что ли? Да, ты даже не можешь. Слишком. Ты тяжелый. Я тяжелый кабан. я не могу прыгать. Да блин, могу такими ногами топтать. Ну-ка. Сверли. Я так понимаю, что они теперь ваншотят любого. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям продлежить хорошим настроением. Я даже не знаю, кого тестить, они одноразовые все какие-то. Ну они огромные, они еще не пролезают. Да, я не знаю. А ну-ка, поднимай это лезвие. Я могу прыгать за него, я же вспомнил. Сейчас я запрыгну. Надо разгончить. Ой, я застрял на ком-то. Сейчас. Вот, вперед. Все, лечу, четко. Ой. Сейчас, стой, вот так вот. Во-во-во-во-во-во-во. Лягушка, давай. Опа. Отлично. До этого момента было. Странный мод. Так, ладно.
Мы туда потом в следующий раз пойдем. Давай сюда. Что это здесь? Голову отрузвает? Это то же самое, только лежачее. Давай, нажимай. Попал. Чё, нет. Слишком много голов у тебя, Димас. А ну еще разок. Давай. А че, оно второй раз не хочет? Нет. Плохо я не могу в воздухе управлять, а когда задаю ему инерцию, он просто летит вперед и все. Я ничего не могу сделать. Да о, идеально. Будешь. До этого момента. Хорошо, идем до молота. Прыгаем сразу заранее. Ты сейчас отлетишь далеко. А ну давай вот так, даже если я не буду заходить, сможет меня лупануть? Да нет, ты так можешь только муху. Это слабый. Опа. Да почему крышка унитаза, если это молот? Нарисовала странно очень. Я случайно. Так. Прилетела в лобешник сиренеголовый. У нас же есть вроде пилпаки. Сейчас мы попробуем пилпак взять, там точно 500 000. Так, а ну давай, прихлопывай кабака этой большой. Ребята, сейчас покажем, как надо забивать гвозди. Вот так надо встать, это будет идеально. Тяжелый, да, кабан? А ты не в ту сторону встал, Димас, видишь? Как это? А-а-а, я вижу. Так, сейчас стой, надо с разгончика прыгать. Оп. Как телепиздри прыгай. О, давай, тут столько крови, мне уже... У нас есть монстр Хендерсона. Вот, смотрите, 5000 жизней. Снова перелетел. А не, этот нормально управляется. Пилпак хорошо управляется. Давай. Все, готов? Да. Лови. 5К. О, смотри. О. И уже ты не можешь меня убить. Все вынесло. Осталось 3. Короче, 2700 ты вынес. Эй, новый молоток. Так, хорошо. А ну давай теперь тогда пойдем к первому. Там, где ваншотило. Давай посмотрим, сколько оно убивает. Так, давай, я обнулился. Ну-ка, давай, мочи. Бам. Ух ты, блин, я дернулся. Эй, она так нечестно. Не закрылась. Она еще за собой утянула половину. Так. А ну-ка, собака голов, тоже 5000. Ой, 5К просто. А ну-ка, давай, фигач. Ага, видишь, сразу не дамажит, потихоньку дамажит. Ну как-то странно, давайте. Нет. Она медленная кабака. Давай сюда, на сверлилку ног. Как раз у меня ноги такие. О, годки. Это, кстати, я не прыгаю, оно само откидывает. Че ты отлетаешь? Оно наоборот тебя засасывает. Долго. Эй, должно засасывать, оно отталкивает. Смотри. Странно. А ну давай это челепиздрика. Твой любимый кошак, помнишь в той серии? Да-да-да. Я его еще строил. Ну что ты, умира. Нет, эта штука дамажит очень мало, неинтересно. Давай сюда, в молотилку. А, это не молотилка, это трупанейшн. О, кстати, я просто упал, и меня дамажит. Ого. Там почти все лежат, кроме тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, сальтуху, знаете, как делать? Так, что мы сейчас можем делать дальше? Ой, электрокабака. О, тест. Так. Но вот это мы не тестили. 2200, давай. Она мало дамажит. Что-то по мозгам тебе проехалось и все. Ну не так не себе, не очень. Да, давай сверлилка, давай обнули себе жизни. Эй, чувак! Он забрал твою руку. Давай, давай, подожди, стой. О, это хорошо, штука дамажит. Довольно-таки неплохо, мне понравилось. Так, ну... Прям быстро она разобралась. 5000 жизней, очень классно. О, давай сюда запрыгну. Давай, сейчас, подожди, с разгончика в миксер. Давай, прыгай в миксер. Эй, откинул крышка. О, попал, попал. Ребята, ну что, с богом. Напишите давай, в комментариях, сразу умру или, или не сразу. Музычка весела, погнали. Моментальная смерть. Буквально пару ударов и все, и меня не стало. Да, это очень жестко. Так, давайте теперь попробуем с высоты упасть. О, вот и там. О, я могу его подсрачник? Он уже есть подсрач? Я думаю, что через этот ударится. О! От блин, не упал, обидно, обидно. А ну еще давай ты попробуем тебя лупануть. По красоте. О, упал! А, я тебя там куча палок. Нифига себе он летит. Ну что? И прям в миксер надо было прыгнуть. Блин, маленько. А у меня не добавили жизни.
О, даже чужого будем тестить. А чё здесь? Нажимай. Ну-ка, это пропасть. Давайте, напишите, кто живучий, чужой или я. Монстр. Сейчас вас сожмёт. Так, чужой, обычный человек или Димас? Вроде путь. О, ну-ну-ну, кто ж быстрее умрет? Я чё, весь удар на себя принимал? У меня жизни только тратится, или у вас тоже, пацаны? Тратится. Все, ты выиграл, Димас. Да, а у меня только медленно вот они тратятся. А я самый живучий кабан. Потому что у него 1000 жизней, а у меня 5000. Получается, я в 5 раз живучий его. Вылетим, чтобы жизни остались. Так, ну что, ребята, сейчас будет самое интересное. Выстрел из пушки. Так. Сейчас попробую залететь каким-то образом. А, ну давай, заряжай пушку. А ну-ка. О, я вот так стану, давай, прям в голову мне. 760 жизней. Вот, блин, не попало. Снова промазал, ладно. Так, блин, как же что-то попасть в дуло это вонючее. А, он ее сейчас приподнимет, когда она будет стрелять, и я залечу туда. О, вот так вот, все, я в дуле. Какая разница, жизни должны отняться. Стреляй. Чем-нибудь там можно стрельнуть? О, отняло жизни. 10 хп. А почему так мало жизней? Что-то совсем тупленькое. А давай катапульту древнегреческую. Так, кабака. Это какая-то странная штуковина. Ну-ка, да. О, три холодильника еще, пацаны, есть. О, давай попробую карту обнулить. Вот, блин, странно. Давай я попробую обнулить, а то я физгана поймай. О, поймал. Ложим холодильник, ребята. Профессиональный заряжальщик катапульт. Обращайтесь. Отлично, я тоже туда залажу. Пацаны, размагничиваю. Сейчас возьму этого Феликса. Размагните ее. Я ее, короче, зафризил. Физганом. Я тоже. Давайте, втроем. А где все? В смысле? Мы на катапульт. Во! Ого, вот это был удар. Но сильно оттолкнуло, но жизни не отняло совсем. Да, странная штука. Нати. Что это было за подстрачник? О, у нас такая вот штука есть даже. Здоровенная. Сейчас мы ее поймаем. Вот так вот. Чпоньк. Полетела. Смотрите, как четко. Бум, не долетела чуть-чуть. О, давайте аниматроника запустим. А ну, аниматроник, вставай. Залазь. О, один чилипиздри готов. Ну что, вы отправляетесь, ребята, в долгосрочное путешествие. В дальний полет, прощайте. Блин, такую катапульту бы нам обычную карту сан... Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Гав-гав. Если пять кушки, приятного аппетита, а мы начинаем тестить аниматроников. Погнали. Ну что, давайте, кто со мной, запрыгивайте в яму, и кто-то нажимайте кнопку, и посмотрим, кто же дольше протянет. Фредди, Гличтрап или Бонька? Ну-ну-ну-ну-ну. А что-то оно, да, не жует ноги нам? Сейчас сидим, сделаем. Оно ратратится жизни, просто мы этого не видим. Сейчас сделаем. Что-то, ну, короче, этот механизм давай. Плохо работает. Дойдемте дальше. Это означает то, что наши аниматроники настолько мощные, что их ничем не убить. Хорошо, давайте тогда сверло. Челепись, драко, убью я. Пошел отсюда. Ну, сверли, сверли его. Они еще такие прочные, что не прогибается сверло под ним? Ага. А, Дима, это я держу Гличтрапа. Это очень странно. Мы сейчас сможем на этой карте убить аниматроников? Я не понимаю, идут жизни, тратятся или нет? У нас худ не отображается, отображался же худ. Дима, они фактически бессмертны. Ты думаешь? Нет, они умирают. Вот, смотри, Гаф умер.
А, Ди, видимо, из-за этих аниматроников она не может. Ты что, вот это они мощные. Ребята, показываем как есть. Если они не умирают, значит они не умирают. Но мы дальше тестим. Смотрите, даже сверла останавливаются. Это самые прочные аниматроники. Это что, получается, у нас они... Из чего они сделаны? Обсидиановый аниматроник. Сплав титана и еще алмазов. Говна. Дима, да, я вообще куплю плюшевый и непробиваемый. А ну, Дим, заходи сюда в комнатку. А, давай, открывай калитку, я иду, я иду. Ребята, все-таки какого-то мы замочим. Мы не можем зайти туда? Сейчас, мужики, вам помогу. А, мы толстые кабаны. А что это? Давай я тебе помогу зайти, вот давай. А что вы такого? Давай, затащи меня физганом. Меня тоже, я за спальни трапа, давай. Я жирный? Ну, мужики, откройте дверь. О, давай, нормально, тащи меня. Нет, дверь закрывается под люк. Я тяжелый? Да. Ты очень тяжелый, да. Давайте так, ну давайте сюда хотя бы в мясорубку нас закинь. Давайте хотя бы один, может. Ой, я же... Да что, как умереть? Что за бессмертные аниматроники? Вас достать? А ты достань нас! Достань меня, это спринтрапа. А как ты нас достанешь? Ты не достанешь нас. Он достанет физганом. Давай, Пилёка, достань спринтрапа. Глиштрапу тоже. Я, мы застряли. Ничего не получается сделать. Какой-то человек к нам пришел. Хорошо, я выселюсь. Те аниматроники, они реально бессмертные. Мы их никак убить не можем. А что у тебя? О, они ходят. Ну что, давайте попробуем пилпаки все-таки. Включай. О, жизни начинают тратиться. Смотрите, вот эти аниматроники работают. Это батут, я не понимаю, это что, штука, которая меня... Я что, на голову приземлился или что? Ничего не понимаю. Ребята, вот это прикольный момент, когда она на голову приземляется, тратится жизни. Получается, насколько аниматроник тяжелый, что может максимально сильно дамажить при падении. И сам себя тоже. Кто убивает? А че это в Фокси? Фокси. Фокси, ты что, дурак, что ли? Это вот этот, кто убил, вот этот. Хорошо, давайте сюда... Нет, стойте. У нас есть блендер, давайте попробуем в блендер залезть. Так, ну что, готовьтесь включать. Так, давайте мы его то убьем, чили пиздрика, чтобы он нам не мешал. Открываем. Открываем, говорю. А не открывается крышка? Открывается. Ну что, ребята, поехали. А, жизни тратится. Кстати, быстро жизни тратится. Кто со мной? Опа, кто-то сразу умер. Так, не, ну это долговато будет. Ого, колбасит. Блин, только звук дамага странный очень. О, дамажит. Все отлично, сейчас я умру. Осталось не так уж и долго. Вас обе скромник сразу умер. А сколько уж у вас жизни, что вы так быстро умираете? У меня... А, у меня 500 000 жизни только из-за этого. Я так долго выживаю. Так. Давай, родная. Все, я умер. Ура. Да, но жизни мало, многовато было. Так, у этих аниматроников вообще жизни много. Ну пусть и будет, как раз будем тестить. Кто же быстрее умрет? Дим, может на лазер? Тебя. А ну два все-таки на сверло вонючее. Я запустил, давай. Ого, она дамажит. Нифига себе, она меня аж выкидывает. Ух ты! И все. Не, слабовато. Надо меньше жизни, чтобы у этого было попробовал. А ну давай, спринтрап. Ну-ка давай, сверли его. Блин, она отталкивает. О, убила. Все. Отлично. А где лазер? Я уже забыл. Вот здесь. Все. Так, вот все, говоришь, да? Так, подлетим. Все, я готов. Вот луч, я вижу его. Лазер не так уж много и тратит жизни. Да, но эти у нас аниматроники реально очень читерские. Вот смотрите, аниматроника 10 тысяч жизни. А ну давай, нажимай лазер. За сколько же меня убьет? Ну давайте я нажму. Даже 10 тысяч жизни для аниматроника это тоже много. Ничего лазер делать не может, фуфлыжный. Так, давай конченую пилу. Так, я встаю, сразу видно, кишки кого-то уже запилили неплохо. Ой, пила тратит много, просто нереально. Блин, да что за пила еще? Такой звук пердежа, как... Реально как пердит. Рано топливо. А ну давай. Я нажимаю. Готовься. Во, оно распиливает. А ну второго. Руку сейчас отрежет. Две руки отрезала. Нифига себе. Давайте все-таки Фокси чикнем. А ну-ка, давайте вторую пилу. Вот эту можно включить? Ладно, давайте эту. Да. Ну, моментальная смерть.
Блин, чикерские пилы. Так, чика идет, тут с опозданием должна быть. Да, это, телепортация есть. Что у нас тут? Нажимаем кнопку. Пацаны, кто не сыт? Поехали. Погнали. Давайте, давайте, пацаны. Кто смотрит этот ролик? Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое и радуем подписчиков. Ну-ка, у кого сколько жизни тратится? Не, жизнь немедленно тратится. У меня 10 тысяч жизни, они реально вот... Ну, 9 тысяч сейчас только вот будет, вот. Медленновато, вылетаем. Неинтересно. Я говорю, что быстро убило. Так, давайте в шипы спрыгнем. Хочу с шипов прыгнуть. На шипы. Ну-ка. Тум, ну. Кстати, жизнь тратится, когда я просто стою. Чпляникс. Ну, ух ты. Нифига себе. Да что-то было такое. Интересно. Все, я иду на пушку. Полетели. Давай, поедем. В прямом смысле слова полетели. Так, как ты думаешь, оно вытолкнет меня или нет? Так, где-то. Холодильники? Ладно. О, я прям на пушке, на краю стою пушки. Смотри, давай. Стреляйте. Может, надо было предметом зарядить? О, я зарядил. Давай. Что-то залагало. А не, сейчас все заработает. Вот кнопка тут с этой стороны. А, так? Нажал. Вот, закрылась. Ух ты! А можно пушку выше поднять, интересно, или нет? А, можно, да. Заряжайся. Сейчас, 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 стойте. Надо, чтоб вы этот, ее приподняли чуть-чуть. Приподняли? Ух ты! Я за карту летел! Офигеть! Неплохо, неплохо. Мне такое нравится. А давайте эту катапульту вонючую. Давай. Как ее работать? А, физга надо. Как ее работать? Профессиональ слов. Давайте пушка все-таки стреляет. Мне интересно, как она стреляет. Так. Дима, давай неплохо. Дима. Так, а где катапульта? На физганом ее поднять или опустить? Да. Да. Еще, еще, еще ниже. У тебя физган может, я в тебя верю. Так, ну давайте я попробую сесть. Ну что, полетел. Ну такое. Я тяжелый, да, походу? Надо кого-то... А, ну давайте холодильник зарядите. Для интереса. Что лучше полетит, я или холодильник? О, один, четко, да. Воу, холодильник четко полетел. Аж за карту. Давай, давай, давай. Вот эту катапульту нам бы в сандбокс ее на карту, чтобы машину позапускать. Эту катапульту можно использовать для того, чтобы бомбу запустить. Дима. Запускатель бомб. Дима, так, давай я... Запускай. Хотел вместе с этой штукой полететь. Не, да, но она пустила, как и меня, в таком навесике, тяжелом. Прикольно, покажу. Дим, там есть поезд. Дим, давай. О, поезд, точно, поезд. Ребята, все на поезд. Там же еще поезд есть. Я хотел его на поезд позвать. А, давайте еще туда давилку. Еще давилки не было. И как там ее запускать? Нажимать, а там кнопка есть. Да ладно, что? А это мгновенная смерть. Даже ничего не понял. Вот смотри, 100 тысяч. Давай 100 тысяч протестим. Давай, пожалуй. Так. Что нажал? Давай. Не, не убил. А ну давай, подожди, я выскользнул. А, ты выскользнул? Да. А давай терминатор, заходи ты. Давай. Распили меня болгаркой. Выталкивает. 4000 осталось. Может, ты помогу протестировать с стекляшками, да? О! Когда четко попадаешь, убивай. Давай все-таки я четко встану. Давай. Поднимай. Стой, стой, стой. Опускай. Ух ты, ну не, вытеснило все равно. Видно, давай. Больше жизни. Давай поездим. Давайте на поезд. Раздавите его полностью. Ну давай, давай, я жду тут с краю, плюс давит. Давайте. А как он пошел, там пошел, 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 пила. А там кнопка есть. Ну что, убьет меня или нет сразу? А, не достает, блин, не доставала. Стой, давай на пути встану теперь. Давай я сяду. Ой, я даже ляжу, давай лежа, давай, будет прикольно. Давай, а я тебя спасу. Я тебя спасу. Что? Да блин, я испугался, магический додик. А, он хотел типа сделать вид, что тебя... Да, да, но вид не сделал, потому что скример на весь экран вылез. Так, поставил я NPC и заморозил его. Опускаем.
Интересно, у него жизни тратятся? Все, пошлите, пока у него жизни тратятся, пошлите, может убьет все-таки. Погнали. Так, давайте вот эту комнату засунем. Да-да-да. Давай туда зайду, Дима. Давайте я тоже буду тут, в этой комнате. Я во всех. Все, поставили, давайте, нажимай. Заходи. Не зайду, я с тобой, мы идем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, колбасит. Эксперимент успешен. У меня 25, 20. Ну все, прощайте. Ух, я коленку поцеловал, это было мощно. Ну что, пробуем запустить бомбу? Давай. Ой, пацаны, прощайте. Вот это жахнуло. А что забагало? Что на нем полетело как нормально? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. У вас ли мои ролики? Еще. Ребята, последний эпический взрыв. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка Арк. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня у нас классная рубрика, какой из цепи выдержит это. Мы будем тестировать, насколько же выносливы и много у них жизни у этих классных монстров. Если опять угощите, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну, давай начнем тогда с этого, самого простого. Так, я тут, нажимай. Кстати, смотрите, я не понимаю, тратится жизни, не тратится у меня. Все, ты меня увалил. Увалил, хорошо. А ну давайте обычный человек кто-то прыгнет. У кого 100 хп? Сколько за сок? А, так ты, нифига, получается очень много жизней. Ну, по моим подсчетам, да. Где-то 7 или 8 тысяч. Так, это немножко не то. Ой, выселился. Забываю нажимать. Не нажимать я. Так, ну давай, давай, короче, следующую ловушку. Давай тогда вот эти вот штуковины. Погнал. Оно получается... Что это вообще? Что происходит? Получается, оно даже не крутится? А ну давай. Ого! Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, развлекаемся, придумываем какие-то классные рубрики и всегда их пилим. Просто пацаны трупейшнами валяются. Давайте я попробую за курицу забежать туда. Все-таки, мне кажется, за курицу будет очень прикольно. Давайте тогда следующую ловушку. Молоток, не молоток. О, давайте вот эту сверлилку. Бешеная курица в действии. О, я могу прыгать высоко. А, ну давай я его заклюю, этого NPC-шку. Включай. Уехало. Момент. А сколько же у меня было жизни? Вообще, получается, писечка? Ну, вроде ты. Ой-ой-ой. Кстати, вот эта штука очень сильно дамажит. Смотри. Тебе просто леща прописала этой кабакой. Давайте ему точку на мне запустим. Так, давайте еще разок вселимся в этого челепиздрикса. Давайте молот испытаем, пацаны. Так, у нас он тут есть... О, давай тогда на физгана молотком мне по башке дать. Видишь молоток на этой штуковине? Давай, лупаш меня. Во-во-во, что-то у тебя получается. Это где-то приблизительно вот здесь вот будет. Я готов. Давай, бей. Ой. Его не здесь, вот здесь. А, значит, надо мне сюда вставать. Все, встаю. А я не могу встать. А ты встань. Ого. Куда? Нифига себе, на V-английскую получается, это что, от первого лица делать? Сейчас, пацаны, я могу прыгать. Сейчас с разгону прыгну. Во, все, отлично, давай. Поднимай эту штуку. Моментальная смерть, просто. Ваншот. И все, просто убитейшн. Нифига себе, здесь классные, конечно, такие ловушки, не знаю, испытания. Ого, трупейшн там лежит. Давайте, что у нас тут еще есть? Эта комната мне интересная, да? О. Она тоже убивает меня. Во-во-во, вот что мне интересно. Так, надо немножко дальше отойти. И вот так вот. Во. А ну давай, электричество меня жахни. Ну-ну-ну, еще разок. Давай. Ой, хорошо. Кстати, оно мало, наверное, дамажит. Знаешь что, надо нам делать какой-то эталон. Надо, чтобы обычный челик вставал, а потом уже мы NPC. Чтобы хотя бы было сравнивать. У кого же все-таки побольше жизней. А ну, обычный челик кто-то хочет стать? И не очкануть. Крошка. Видите? Ничего себе, оно просто даже, как получается, расщепляет. Аннигиляторная пушка, пацаны. Да. Так, пилы. Пилы это хорошо. Давай, лупашки меня. А нормально она может, пацаны, щекотит?
Нет, не щекотит, щекотит. Но SCP не убил. Да, они мощные, мужики. Давай еще раз крошку. Ой-ой-ой, распилило тебя. Кстати, аж пилу клинит. Прикольно, мне нравится. Так, давай тут я нажимаю. А, я еще не могу нажимать на кнопку. Так, пошлите сюда. Мы идем в миксер идти. Классно сказал. Гениально. О, что за челик? Мы его сейчас убьем. А ну иди отсюда, щенок. Ну давай, крошка-крошка, лупани меня. Надо открыть крышку. А, открывай. Ой, вовремя я прыгнул. Я там... Это карусель. А чё она меня не дамажит? Ого! А, поубила. Блин, мне просто повезло, да, что я чётко приземлился? Нифига себе миксер. Миксер мне нравится. Крошка, давай проверим, что это за домик такой. Это сжиматель. Так, давайте я поудаляю. И мы опять ставим стоп-саунд. А давайте какого-то другого протестим. Вот этого монстра. Он очень прикольный и высокий. На В сделали от первого лица. Ну это же сильно. Я вот прям вижу, как будто я реальный монстр. Здоровенный. Так, что у нас тут еще есть? А, пацаны, поудаляйте, кто ставил этих челепиздриков. Z понажимайте все. Кто-то все-таки поставил челепи... О, красавчик. А что это за комната? Это комната, которая тебя расплющит, да? Да, надо на кнопку-то нажать, сзади. Ага. Это получается комната самоубийств? Крошка, крошка, ты умрешь. Прощай. Нет. Да, 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 ты умрешь. А последнее твое желание. Ладно, ты не успел даже желание я загадать. Хочу Крагсбургер. Я хочу крак. Нет, этого тебе нельзя делать. Пацаны, кто прыгнет в ту дырку черную? Давай, прощай. Какую? А он живой. Не, ну так нечестно. Я живой. Да я вижу тебя, ты там в этом, в самом внизу. Так, давайте режим полета посмотрим, включенный или нет. А, режим полета включенный. Пацаны, давайте вот это протестим. Погнали. Ой-ой-ой, что с тобой? Ой, что со мной? Вот это она дамажит. Смотри, ого, это машина смерти просто. Убийца. Все, приехала. Давайте другого монстра затестим. Давайте вот этого вот монстра, маменького. О, челепиздрик. Очень прикольный. А, камера странно очень сделана. Давай, дави меня, я тебя не боюсь. Давай, кто на меня? Давай. Моментальная смерть, просто перемолола. Хотел паровоз остановить. Это самая такая интересная штуковина. О, сиреноголовый. Вот кого мы сейчас затестим. Здесь еще машина такая же есть. Так, 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 сейчас подождите, пацаны. Давайте я встану, чтобы разгончик был у машины. Давай, фигач. Ой, нифига, ничего себе, у него жизни много. Ты ничего мне... Да ты меня там щекотишь пяточки совсем. Убил. Да, значит... Ого, червяк, ну что ты? Так глупо. Пацаны, идемте дальше. Знаете, что у нас сейчас? Я вселюсь в какого-то челепиздрика прикольного. О, вот это мне нравится. Погнали. Антилопа гну. Мы идем к пушке стрелять всякой матнёй. Какой молот? Вот этот. Точно, я думаю, видишь, проверю, знаешь ты ли, молодец, знаешь. Но я не могу зайти туда. Возьмите меня физганом, кто-то поднимите туда. О, красава. Давай. Моментальная смерть, просто ни о чем. Я даже ничего не успел сделать. Красавчик. Мощная ловушка, очень. Давай. Так. Ого, его как плювачкой выплюнуло. Так, идемте все-таки к пушкам. Они очень крутые там есть. Идемте. Так, самое интересное в конце. Потому что пушки стреляют везде. А я смогу... О, давайте попробую, смогу я туда запрыгнуть или нет? Впереди, впереди залезать. Сейчас. Сзади не получится. Получится, получится. Нет? Ладно, давай спереди попробуем. Сзади я пытался, не получилось. Впереди. Физганом попробуйте меня засунуть. Короче, ты нажимай и стрелять, а я в дуло залезу. Я успею.
Давай, жми. Я смогу. А, я думал, оно будет подниматься вверх. А, я кабан жирный. Поэтому оно не может поднять дуло. Эй. Нифига себе. Надо, значит, туда что-то зарядить. О, курица вот. Тоже, наверное, не влезет. Или физга нам надо пробовать. Курица влезет. Давай катапульту попробуем. А, давай, курица только влезает. Надо взалезть в нее. Только надо опустить ничего. А как ее опустить? Синтрон. Так, сейчас я запрыгну, смотри. Курица в пушку залазит. О, отлично. Мгновенная смерть. Ты меня просто убил сразу моментально. Прощай, курица. Давай, курица. Курица живая. Живая, давайте все-таки попробуем стрельнуть холодильником в тот движ, который стоит там дальше. Только ты не так заряжаешь холодильник. Во, вот так, да, надо. Курица трикошетит. Да вы, наверное, много что... А, там уже был вы... Ой, четко, пацаны. Красава. Давайте возьмем большого монстра, а вы по мне стрельните. Пацаны. Выстрел. Ой, четко попали. Холодильниками стреляйте. Так. Надеюсь, пацаны смогут меня убить. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, сок, яблочный снеговик. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой из цепи выдержит ядерный взрыв?». И все, опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать этих классных из цепишек и монстров. Ну все, я думаю, что хватит. Давайте еще вот этого. Погнали. Entity SC100. Бомбочка пошла у нас. Понятно, что будет дамаг неравномерно у всех проходить, но мы постараемся все это проконтролировать. Ой, пошла, пошла, пошла. Пацаны, что? Умерли самые слабые. Я так и знал, что вот эти вот не выдержат прям такого эпика. Давайте еще мы понаставляем разных монстров. О, давайте взорвем сиреноголового. Вот он. Наш любимчик. Так. Так. А, вот эту какую-то обезьяну страшную. Непонятно, они как-то выглядят. Кишки из жопы. Так, сиреноголовый тут разорался. Так, теперь мы посбрасываем немножко мощнее бомбы. Это вообще кто такой? Какие-то все какие-то непонятные вообще. Они очень крутые. Улетайте, вот это... пацаны, улетайте. Полетел, паучок. А, да. Вот это же... да. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что мы записываем ролики каждый день и веселимся. Поднимаем всем настроение. Пацаны, как вы думаете, остался кто-то живой, когда туман уйдет? Это дым. Нет. Никого. Кстати, не все бомбы взорвались. Хорошо, это будет эталон взрывов, который мы будем делать. Став дальше монстров. Писишечка. Давайте поставим все-таки большого вот этого вот. Вы уберите меня отсюда. Улетай. Давайте я включу режим полета вам, пацанчики. Чтобы было вам очень удобно. Вот один человечек этот. Блин, от него... Такая тень на карте, это просто жесть. Пацаны, сбрасываю еще раз бомбы. Ой, что-то я там такое сделал в воздухе красивое. Улетай. Угу, я даже умер. Офигеть. Ну что, пацаны, тоже умерли все? Нет, я не умер. Нифига себе. Так, давайте теперь оригинальных из цепишек. СЦБ-ЦБ. О, да, давайте статуи. Давайте, пацаны, ставьте всех. Сейчас будем эти же бомбы взрывать. Я надеюсь, что статуи или скромник, наверное, выживут. Но вероятность крайне мала. Сцепи уточку. А что за уточка у вас там такая сцепи? Я не знаю. Даже интересно, что она там делает. Смотрите, да? Каких монстров классных ставлю. Так, ребята, а у нас тут... Так, давайте еще добавим. Да, я думал, что будет побольше. Ого. Что-то за говнище. Пацаны, вы готовы? Да. Давайте все-таки SC500 бахнем. Мне кажется, она будет жестче. Мне пора бежать, значит, да? Да, нам всем пора бежать, пацаны. Хорошо, что есть время успеть улететь. Ой-ой-ой. Это осколочно оказалось, пацаны. Ты всех убила просто. Да? Да. Нет, не всех.
Во, остался жив. И вон еще течет. Офигеть. Пацаны, неплохо, неплохо. Мне кажется, он... А, вот все. Аннулируем карту. И ставим еще монстров. Давайте поставим просто даже вот этих... класс D. Ученый, да. Да. Медвежонок какой-то странный, да. Какой-то страшный. Одинаково подумали. Уточка еще. Вот эту удочку, вот бей. Сейчас мы знаете, что сделаем? Мы взорвем одну бомбу, но очень мощную. Бессмертная рептилия, мне кажется, она не умрет. О, сейчас мы ее проверим. Да. Так, все виды статуй. Не паш. Так, пацаны, сейчас я сделаю красивый взрыв. Статуи. Во, отлично. Так, вот эту бомбу я сейчас взорву сдалека. Уходите, пацаны, просто улетайте. Оружие. А что она не активируется? В смысле? Это было классно, когда сдалека активируешь бомбу, я еще так не делал. Надо было, знаете, что мне взять, пацаны? Снайперку. Она сразу активировалась, она подогнула. Карту сначала посмотрим. Я хотел ее аннулировать, но понимаю, что кто-то здесь выжил. Выжило много монстров. Или не выжило. А почему они живые остались? Может, эта бомба на них не влияет так с этого пака? Мне кажется, они вообще бессмертные. Нет, это просто эта бомба, на них ХП не тратится. Пацаны, другую бомбу взрываю. Не убивайте их. Давайте взорву вот эту вот. Улетайте быстренько. Я уже улетел. Так. Что такое? Сейчас. Чуть не попадаю я по ней, да? Кстати, кто-то умер там. Вот еще один умер. У меня одна жизнь осталась. Ого. Не очень много живых. Так, я не понял, что это за читерство. Давайте еще жахнем что-то мощнее. Не, что-то никого не вижу. А, вижу. Мне хорошо, кажется, пацаны. Мне кажется, это просто пак бомбы этот не подходит им. Ну, все равно они умирают, ну от огня. Так, есть у нас еще... Мне кажется, неубиваемые какие-то. Пацаны, погнало. Рекомендую очень быстро улететь и подальше. Желательно через всю карту. Ну почему на всю карту? А нет, это слабые взрывчики. Да вообще ничего. Что? Я не понял. Слабый. Хорошо, пацаны. Я специально слабую бомбу взорвал, чтобы вы подумали, что они слабые. Вот такие вот есть. Мы так и подумали. Так, надеюсь, он будет поярче взрывчик. Не. Ты дымовухи накидал? Слабые. Слабые, согласен. Слабые пацаны. Согласен. Хорошо, сбрасываю более мощнее. О, давайте мы их сожгем. Давай. Что это за тарелка? Ой, они еще разлетелись по красоте в воздухе. Летят, все вместе. Надо бежать. Ой, все активировались, красота. Что это за тарелка? Сейчас увидишь. Ого, даже меня достало. Ай-яй-яй. Прям жесткие тарелки. Очень жесткие бомбы. Ого, они шевелятся. Живые. Что с ними не так? Хорошо. Умри. Давайте еще разок. Это уже другие бомбы. Этот пак мне нравится, их тяжело уничтожить. Ой, они еще разлетелись так по всей карте. Ой-ой-ой. Как-то просто. Одного вообще бомбы пришибло. Физически, да, его получается? Да, по голове. Все, пацаны, вот эти бомбы, они точно эпические. Я подальше отлечу сразу. Мне кажется, они просто накоцанные. Ой-ой-ой, сейчас по башке дойдёшь. Ух ты.
Вот сюда эти бомбы уничтожили, да? Я вижу один живой. Да, рептилия еще живая. Но на то она и бессмертная, чтобы жить. Так, пацаны, аннулирую карту, мы сейчас делаем очень жесткую волну. Ставьте побольше NPC-шек с разных паков. Даже можно аниматроников. Давайте аниматроников жахнем. Я не помню, эти аниматроники умирают или нет, то посмотрим. Так, вот так вот. Пока там делают пацаны NPC-шек, мы возьмем очень мощную бомбу в этой игре. Она одна из самых мощных. Это, наверное, даже не одна, она самая мощная в игре. Вот она. Ух, тут сколько нечисти и монстров, ребята. Смотрите, как это круто смотрится. О, сверху. Когда можно как... походить среди них, они тебе ничего не сделают. Когда какие-то пиксели маленькие. Офигеть, их сколько. Ого. Это вообще какая-то... А, я помню, мы этого SCP делали обзор. Самые цветные — это аниматроники. И можно порчить. Да. Пацаны, бомба активирована. Я почувствовал. Ой, у меня что-то эффекты от бомбы аж пропали. А, это 6 бомб же будет. На них же жив. Офигеть. Я понял, этот пилпак их не убивает. Бомб, ну, имеется в виду. Все, пацаны, я знаю, какая бомба их убьет. Ядерная. Ой, не успел, не успел. Нет, не ядерная. Вот это вот. Да блин, меня радиация убивает сразу моментально, надо просто улететь отсюда. Надо противогаз одеть, он вам не будет убивать. Надо улететь. О, ты жопа, а? Ой-ой-ой, жахнуло. Что? Я умер же? От одной бомбы? Да ладно. Да нет, еще живы. Матроники только. Ну. И статуи несколько. Пацаны, это пак алифис всей карты делаю. На рабочий стол не вылетит, не? Вроде бы нет, просчитывается даже. Вон еще кто-то, кстати, из NPC умер. Где-то там взрывы. Улетаем подальше. Слайд-шоу. Ребята, у кого сколько FPS? 25. Ого, на меня аниматроник агрится, вы представляете? И хитрый там, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ого, ты меня жахнул.